Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Поль Мервар родился 25 марта 1855 года в селе Марьяновка Херсонской губернии. Умер 8 мая 1902 года в Сен-Пьер, остров Мартиник. Французский живописец и иллюстратор. Родился на территории Таврии в смешанной семье. Отца француза, участника Крымской войны и матери польки. Я цитирую Википедию. Окончил среднюю школу во Львове, продолжил учебу в технических институтах Львова и Граца. Раненый на дуэли, отправился на лечение в Италию, где принял решение посвятить себя искусству. Изучать искусство живописи начал в Вене, затем продолжил в Граце, Мюнхене и Дюссельдорфе. Обучался в школе изящных искусств в Париже, ученик Анри Лебана и Изидора Пильса. Студенческие работы Мерварта несколько раз награждались медалями. Работал иллюстратором-корреспондентом журнала «Le Monde Illustré». Бывал в России, Австро-Венгрии. В ходе поездки в 1882 года посетил также Галиции, Львов. Был в Татрах и Карпатах. В 1884 году Мервард стал французским гражданином и поселился в Париже. Назначен на пост художника департамента колонии в 1896 году благодаря поддержке брата Эмиля, губернатора Заморского департамента Франции. Много путешествовал, побывал на Канарских островах, в Сенегале, Конго, Тунисе, Мавритании, Сомали. В 1902 был направлен на Мартинику, это остров, в составе правительственной комиссии и следующий проснувшийся вулкан. Погиб 8 мая. Во время внезапного извержения этого вулкана вместе со всем населением города Сен-Пьер около 28 тысяч человек. Разносторонний художник, при создании своих работ использовал масло, акварель, пастель, занимался графикой, техникой фрески, был прекрасным иллюстратором. Тематика работ простиралась от библейских мотивов, жанровой живописи до ориенталистики и книжной иллюстрации. Художник создал ряд замечательных портретов. Одним из направлений творческой работы Мерварта были картины красивых молодых женщин, в основном парижанок. Современниц художника, так называемой галереи красоты. Его работы демонстрировались в Вене, Лондоне, Праге, Берлине, Брюсселе, Будапеште, Гамбурге, Варшаве, Кракове, Львове, ну и так далее. Вот так вкратце из Википедии о французском живописце, иллюстраторе Поль Мервар. Пока-пока, до свидания.